Привет, друзья! Это город Остер. И судя по вывеске, он с 921 года. Это парк городской. Это центр города, окраина центра города, но это город. Вот здесь вот такая вот достопримечательность. Этот парк. Спаси котенка, один убежал, второго еще раз. А что с котенком? Вон на колесе. А что он там делает? Где? Там их два было, один след. А что они? А, ну вот котенок, да. Кто-то подкинул. Ему? Под машину? Так что он в колесе запутался или что? Это положил сверху на колесо, если поедет, то раздавит. Ну сейчас снимем. Сейчас я сниму быстро этот памятник. Хочу памятник снять. Тут парк. Здесь молодежь отдыхает, гуляет. Это здесь считается место досуга. Тут памятник. А, это новый памятник. А вот то старый памятник. Он здесь все время был. Там дальше, если пройти чуть-чуть правее, там почта находится. Вот туда красное, это вот здание оранжевое за памятником просвечивается. Это вроде бы горсовет. Так, тут, да, это памятник еще советских времен. В общем, вот такой вот парк в Остре. Город Остер, приезжайте сюда. Здесь три озера, Солонецкое, еще какое-то, я уже забыл, Остерка, нет, Остерка это речка, и Десна река, здесь, так что, здесь какой-то своеобразный колорит, скажем так. Вот я на фоне этого парка. Я здесь был пару раз, так что сейчас поеду отсюда дальше. Может, что-то сниму, может, нет, посмотрим. Итак, друзья, я дальше снимаю Остер. Сейчас поеду и немножечко вы увидите этот город. Мы едем через центр. Это, в принципе, и есть начало центра. Вот. Будете представлять, будете иметь представление, что такое Остер. Тут передвигается на велосипеде очень удобно. Городочек очень маленький, исторический, как вы видели. Здесь вот, да, здесь вот этот центр, это самый центр, мы подъехали. Вот слева когда-то был универсам. Вот и слева это самый центр, где вот эти машины стоят на стоянке. Это вообще считается самый-присамый центр. Вот. Ну, вот и все, в принципе. Тут еще, я сейчас поворачиваю направо, в сторону Десны. С левой стороны центральный рынок Остерский. Водонапорная башня. Да, водонапорная башня. Ну, не знаю, но вот. Вот это вот тоже очень центральное место считается. Это местный рынок,
Но теперь здесь построили магазин, и рынок уже так, не такой большой популярностью и спросом пользуется, как раньше. Раньше здесь все продавали все, и шмотки, и все, все что хочешь. Приезжаем в это место. Спасибо этому городу, что он нас хорошо принял. Мы едем дальше. Попутчики? Попутчики. Попутчиков надо всегда брать, если людям подвезти это. Вам куда? А за Десны вы едете? Да. В Киев. А вы на Киевке вы тут? Да. А вы что, в Киев? Да нет. Я буду этим пусто. Мы тут видео снимаем про стёр. Что-что? Видео снимаем про стёр. Ой. Да. Да, здесь такая примета, брать всегда попутчиков, потому что добраться не всегда легко. Я, бывает, я, кстати, бывает сам без машины и тоже рад, если меня кто-то подберет. Там просто скоротить можно было бы. Да, там можно, но сейчас очень строго. Сейчас там вообще никого не пускают. Ну да. Ну, нам же прямо-прямо, да? Мы да, просто нет, без навигатора. Нет, пока перекрёстки, наверное. А, ну хорошо. Сейчас я такая на паузу нажму, там будет река, да? Здесь сколько, сколько здесь озер в Остре находится? Ну, вот сейчас мы будем проезжать Солонецкое озеро. Да. И Солдатское. Первое Солдатское, а потом Солонецкое. Потом есть река Остерка, да? И река Десна здесь. Остерка, вы проезжали, сзади, когда въезжали с Козельца в Остерка. А мы там была въезжали. А мы тоже сюда въезжали. А, вы сюда въезжали? Да. Да, мы приехали, обратно едем. Я понимаю. А еще какое-то озеро есть? Озеро... Тут много озер, но они маленькие. И так, ну, другие... Я уже хочу быстрее закончить, чтобы ехать нормально. Задержать руль не удобно. Ты сейчас на паузе или нет? Не, оно сейчас идет. И... Они же любят смотреть. Покажи качество дороги. Да, качество дороги. Ну да, пойдет. Дребезжит все. У меня вся машина дребезжит. Не, есть места где-то и получше, конечно. Там дальше будет. Немножечко лучше. Вот это, да, озеро? Очень красивое. Тут это классно. Большое озеро. Да, большое, с одной стороны. Вот, с другой стороны. Там еще что-то далеко. Глубоко сильно? Как река прямо. Дорога через озеро предъявит проявление. Обычно из двух сторон находится. Дорога через озеро сделана еще. Еще. Но я это в Ютубе покажу потом, да? Будем.
И какое, вы сказали, еще там есть озеро? Солонецкое, самое классное считается озеро в Астре. Там очень хорошо купаться и отдыхать. Ага. А еще вот есть Остерка. Речка Остерка, но она сейчас очень грязная. Там какие-то химикаты туда были, выбросы химиката. Вроде бы как очистилась, но не знаю, насколько она чистая сейчас. Раньше была вообще суперовая речка. А так вы с Остра, да? Да. И что вот еще в Остре привлекательное есть? Вот, для тех, кто не был, вот если они приедут, что вот посмотреть надо им обязательно? Ну, у нас музей есть в Остре, ну там как бы не очень, ну не знаю я, что там посмотреть. В основном природа. Очень красиво летом. Десна очень красивая. Мы парк, вот я снимал парк. Парк красивый, да, да. Нас сейчас установили. Ну, так я даже не знаю, что сказать. Стадион там еще был, да? Да, там тренажеры всякие на стадионе поставили красивые. Вообще места очень красивые. Хорошо. Все тогда. Спасибо большое. Будем приезжать в Остер. Приезжайте. Так, Серый, ты тоже попал. Чуть-чуть. Да, дорогу за три ямы понарезали. О, да, вот эти дороги. Это можно, надо аккуратно за ними смотреть. Ремонт просто идет. Все, заканчиваю видео. С вами был Сергей Лихий. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.